Senti, Carmela. Наше путешествие скоро закончится. Но пока мы еще здесь, я должен сказать. Я тоже должна тебе признаться. Говори первое, а я послушаю. Джузеппе, какой у тебя дом? Маленький, деревянный. Я сам его построил. Но там очень уютно. У меня там есть и плита, и холодильник, и даже швейная машинка. Кстати, пол деревянный, крашеный. Красота. Не то слово. И постоянный доход? Да. Ты хочешь жениться? Хочу, хоть сейчас. Джузеппе, у меня к тебе очень серьезный разговор. Говори, и я тебя слушаю. Во время нашего путешествия я успела к тебе приглядеться, оценить твои достоинства. Знаешь, я поняла, что ты очень одинокий и несчастный. Тебе нужна верная спутница жизни, которая залечит твои раны. Да, Кармела. Мне так одиноко. Я 20 лет ищу себе жену. Я нашла. Ее зовут Росальба. Ей 42 года, ее дочери нужен добрый отец. Напиши ей, и она примчится. Нет, не хочу. Нет, постой. Ты еще не все о ней знаешь. Вес 86, нога 43, бедра 110, талия 90, грудь 110, рост 1,72 м. Что скажешь? Мне жаль девочку, но ее мамаша мне не нужна. Ты ее быстро полюбишь, у нее золотое сердце. Кармела. Я ожидал другого. Что ты себе возомнил? Что такой неудачник, как ты, подцепит себе юную красавицу? Жуть, кошмар. Я чуть не подставила лучшую подругу. Ужас. Что дальше? Кармела, это были самые прекрасные дни в моей жизни. Ты представляешь, во сколько мне обошлись эти 4 дня? 11 лет лишений, жесткой экономии. Но я счастлив. Это мой лучший костюм, купленный на свадьбу. Клянусь, я не стану тебя принуждать. Я знаю, что ничего не выйдет. Но я подумал... Тише. Простите, я не хотел. Кому нужна эта тягомотина? Что ты делаешь? Считаю деньги. На это ты сможешь вернуться в Сидней. Это тебе на карманные расходы, на питание. На сэндвич с апельсиновым соком. А это тебе на авиабилет. Ты сможешь вернуться домой в Италию. Вы не видите, что она плачет? Кармела, не плачь. Если я вернусь в Италию, то снова окажусь на улице. Почему на улице? Меня опять будут бить по лицу и выгонять на улицу искать клиентов. Ах, ты собака! Так ты нарочно водила меня за нос! А как иначе я могла покончить с такой жизнью? Да почему я? 11 лет в нищете! Пресвятые угодники! Я всю жизнь ждал этого дня. Отказался от пива, кофе, сигарет, чтобы привезти ее из Италии. Не выкурил ни сигаретки, не выпил и чашки кофе. Копил деньги, чтобы купить себе дом, обставить. Копил на кухню.
холодильник, швейную машинку. Она бросается на меня с ножом, а сама промышляла на панели. Прут! Да будь ты проклят, гаденыш! Я рисковала жизнью, чтобы сбежать от сутенера. Ты обещал мне безбедную жизнь, американскую машину. В письме он назвался начальником станции. Оказалось, что он нищеброд, неудачник. Да еще и в конвульсиях бьется каждый божий день. Кармела, не плачь. Я тебя прощаю. А я тебя нет. Бун-бун-га. Бун-бун-га. И что? Влезаем. Мы приехали домой. Допивай свой лимонад, уплачено. Вытри слезы и перестань реветь.